Сегодня покрова. Казаки собрались сварить кулиш. Прошел дождик, хотя не обещали. Вот такие уже приготовлены дичь. Это подготовка к кулишу. Все чистится. Морковка, лук там, вот все. Куда подготовить? Дождик капает, асфальт ложат. Все нормально. Трубадур у нас, он готовится к выступлению. Я еще чуть-чуть не могу с ним разбирать. Бывший руководитель электромаш оркестра. Лук, морковка почищены. Сейчас все моется в родниковой воде. Вот процесс продолжается. Лук, морковка порезаны. Слава! Слава Украине! Героям слава! Живи Украина! Живи Беларусь! Живи Украина! Какое классное место мы выбрали. А так вот жениться на молодых. Так, приехал медный казан прямо с музея казачества вместе с атаманом. Еще сам Иван Серкованов в нем варил, вот тут нацарапал. Спасибо казакам за вкусный кулиш. До урочистого маршу, струнко! Давай. Приехали дрова, казан уже стоит. Вот это слышите посторонний шум. Это у нас продолжают ложить асфальт на пристани. Вот я показываю там. Ой, немножко видно. Ну и слава богу, будет красиво, наверное. Два буксира. Они стоят сейчас в Киеве. До этого не приехал. Он говорит, жду, пока какие-то заказы будут. Тут можно было бы на этих буксирах. Даже вот так организовывать вот такую позицию. Судоходную баржу взял, туда туристов насадил. Тягайся. Надо им подсказать. И люди бы многие соглашались. Газ какой-то там написан. Так, все, костер распалили, масло шкварчит. Процесс начинается. Мешать. Запах пошел. Бросили лучок. Как они? Базилик. Что там еще? Ой, столько приправ там надо. Чеснок. Горячерный приправа.
Горячо. Давай, Мия, покажи. Давай, Мия, кулечки, кулечки, да? Я им покажу, что это. Все, что было. Ага. Ну, да. А базилик? Есть базилик. Ой, до плову. Свинины. Лавровый лист. Гости прибывают на пристань. А, это ука. Я тут сюда лукас, ука. Какой-то ука. И сразу отплывает. Да что, не успели приплыть, отплывает сразу. Морковочка идет туда. Морковка. Вкусняшка будет. Не надо. Что, мешать не надо? Да, мешай. На, бери, там мешай. Я тебе хочу вкатывать. Мешаю морковочку. Аса. Асочка. Лучок поджарился с мясом. Такой крупненький бычочек поймался. А что же он так не отцепится? Его типа прожариваем. Давай сторонку. Мешаем и дальше прожарится это все вместе. Без всякой водички, бульоном и тому подобное. Снова бычки. Два штучки. Он пока вот так вот, вот так, чтобы оно могло все вот так вот достаточно. Потому что будет же... Все, казан полностью залили водой, теперь будет вариться дальше. По часовой стрелке и против часовой. По часовой и против часовой. Ждем, покуда закипит все это. А в это время на пристани продолжает ложить асфальт. В таком красивом месте варится казацкий кулиш. Немного шумба, так асфальт продолжает ложить на пристани. Чего-то решили праздник его, зато запомнится. Thank you.
все кипит, доваривается. Так, зараз ми уже кінцева стадія, уже він практично готовий, треба тільки перемішати. Зараз мішаємо, огонь уже менший, зараз нормально кипить, уже готовність куліша уже підходить. Це вже справжній смак зараз ми отримуємо. Вот и завершили укладку асфальта на покрову. На пристани разъезжается техника. Завершальный этап приготовления походного кулеша. Оцей напій – це пили тільки гетьмани і кошові отамани. Це еліта козацтва. Ми зараз грамулечку освящаємо наш куліш похідний. І наш дорогий отаман туди головешку впихне. Кидаємо головешку на центр казана. Отак. І закриваємо кришкою. Беремо кришку. Вогнище вже практично не горить. І нехай настається. Да. Нехай настається. 10 хвилин. Зараз. От так, 10 хвилин. Ну вот техника роз'їхалась. Асфальт уложили. Вроде как ровненько. Посмотрим, сколько он продержится. Так, клиш готов, уже подняли наверх, а из острова Бояна на гребень крутой волны выплывали. Ну пусть не полная, может, что это, ну знаете, там что-то. Наша шалуня в поход привезла людей и плывет себе дальше. Давайте до молитви, панове. Отче наш, єжи сіда на небесі, да святиться ім'я Твоє, да буде воля Твоя, да прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай на кожен день, і прости нам гріхів наших, як ми прощаємо кожному боржникові нашого, і не веди в нас покусу, і збав нас від лукавого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і прісно во віки віків. Амінь. 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 А що до трапези? Наших любимих композиторів і поетів Платона Іларіоновича Мальберди і Андрія Малишка. Українська пісня як ікона, яка виконується при народженні українця, при весіллі, а також супроводженні останній шлях. Пісня про рушник «Рідна мати моя». Thank you.
Дякую, дякую. Скажи своє слово. Шановні, побратими, сьогодні така дата. Дякую, що ви знайшли часу, щоб поспілкувати, щоб ми біля отого казана, біля костерочка, щоб ми за столом одним. Бажаю всього здоров'я, щоб були здорові ще не один десяток років, щоб ми і вам всього гарного. Давайте за цей вип'ємо. Давайте, давайте. І хочу слава ще... запорозькому козацтву! Слава, слава, слава! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! От грузинам, грузинському народу, от українського народу. Народна. Народний танець кавказський. Лізгінка. Шановні козаки, шановна громада, шановні брати і посестри, я хочу запропонувати тост випити за святу покрову, котра нам якби освячує наш сіл і освячує всіх нас і здає здоров'я, надихає всіх нас, хто за цим столом. Тому давайте за це вип'ємо. За козаків! За каз... 275, ти йдеш любое время, ми з тромба порвати. Мотин, сутин, так. Да це не треба казати, не думати. Бо я скільки зустрічався от такі ситуації, котрі казали, що та скільки там життя залишилось, вони вже пішли в той світ. Зміш, не треба казати, надо тільки думати про те, що ще. Ми з Херсонщини передаємо привіт Олександру Петровичу Левандо, князю, гетьману, маршалу козацтва. Поздравляю вас, захисникам вітчизни, сьогодні праздник з нашим козацьким праздником і покрова Пресвятої Богородиці. От козаков Херсонщини ми вас поздравляємо, желаємо щастя, всього самого найлучшого. Многих лет вам, батька. Всего вам доброго. А сейчас мы будем скоро сготовим кулиш. Посмотрите, какой кулиш казацкий. Настоящий казацкий кулиш. Поэтому пах! Если видите, молодые парни, руки ноги, все не работают. Не могут. Ну что же, не могут.